Соборное послание святого апостола Иуды. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцем и сохранены Иисусом Христом. Милость вам и мир, и любовь да умножится. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им, блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь! А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя». Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Луки святое благовествование. И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак: «Кого я поцелую, тот и есть». Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: «Господи, не ударить ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно». И, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма, и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время и власть тьмы». Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала:
и этот был с ним. Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил: «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и вели его в свой Синедрион и сказали: «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». И сказали все: «Итак, ты Сын Божий». Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство? Ибо мы сами слышали из уст его». И поднялось все множество их, и повели его к Пилату. «И сед, иди по обычаю в гору Елеонскую, по нем же и Доша, ученицы его. Быв же на месте, речей им: молитеся, да не влидите в напасть. И сам отступи от них, яко же вержением камени, и поклонь колено молящися, глаголе: Отче, аще волиши мимо нести чашу сию от меня, обаче не моя воля, но твоя да будет. И восстав от молитвы, и пришед к ученикам, обрети их спящие от печали, и рече им: Что спите? Восставши молитеся, да не внидите в напасть. Еще же ему глаголющую: Се народ и нарицаемый Иуда едино тобою надесете, идяше пред ними, и приступи ко Иисусови целовати его. Сие бо без знамения дал им, его жаще лабжу, то есть. Иисус же рече ему: Иуда, лабзанием ли Сына Человеческого предаеши? Видевши же иже беху о нем, бываемое реши ему: Господи, аще ударим ножем. И ударе един некий от них архиерею раба, и уреза ему ухо десное. Отвечав же Иисус рече: Оставите до сего, и коснув во ухо его, исцели его. Рече же Иисус ко пришедшим нань архиереем и воеводам церковным и старцам: Яко на разбойника ли изыдосте с оружием и дреколь мия темя? По вся дни сущу ми с вами в церкви, не простросте руки на мя, но се есть ваша година и область темная. Емши же его видоша, и видоша его во двор архиереев, Петр же во след идяша издалеча. Возгневшим же огонь посреди двора, и вкупе сидящим сидяша Петр посреди их. Узревши же его рабыня некая, сидящая при свете, и воззревши нань рече: И сей с ним бе. Он же отвержися его глаголя: Жена, не знаю его. Помали другие, видев его, рече: И ты от них еси. Петр же рече: Человече, несем. И мимошедшу яко часу единому, ин некий крепляшася глаголя: Воистину и сей с ним бе, ибо галилеянин есть. Рече же Петр: Человече, не бем, ежеглаголивши, я бы еще глаголивши ему, возгласи петел.
И обрашся Господь во сре на Петра, и помянул Петр слово Господне, як же рече ему, яко прежде даже петел не возгласит, отвержишеся мене трикратые. И шед вон, плакася горько, и мужие, держащие Иисуса, ругаху сему биюще, и закрывши его бияху его по лицу, и упрошаку его глаголюще, «Братцы, кто есть ударей тебя?» И намного хулище глаголуху нань. Якобы с день собравшися старцы людские, и архии, и книжницы, и ведоши его на сон свой, глаголюще, «Аще ты си Христос, рцы нам, рече же им, аще вам реку не имати веры, аще же его прошу вы не отвечаете ми, не отпустите. Отселе будет Сын Человеческий, судяй, одесную силы Божия. Реши же все, ты ли убы еси Сын Божий, он же к ним рече, вы глаголите, як аз есть. Они же реши, что еще требуем свидетельства, сами послышим от уст его. И восставши все множество их, ведоши его к Пилату». Брат сказал: «Какая это цель Господня? Растолкуй мне, прошу тебя, отче». Старец ответил: «Если хочешь познать цель Господню, слушай разумно. Господь наш Иисус Христос, естеством Бог Сый, и человеком соделаться благоволивший по человеколюбию, родившись от жены, был под законом по божественному апостолу, чтобы, соблюдши заповеди, как человек, уничтожить древнюю Адамову клятву. Зная, что весь закон и пророки висят на двух заповедях, возлюбивши Господа Бога твоего от всего сердца твоего и ближнего, как самого себя, он так положил действовать от начала до конца, чтобы в совершенстве, по-человечески, однако же, соблюсти сии заповеди. Но прельстивший вначале человека и через то возымевший державу смерти дьявол, видя, как во время крещения свидетельствовал о нем Бог, и как он, прияв с небес, яко человек сродного Духа Святаго, и шел потом в пустыню искуситься от него дьявола, всю брань обратил на него, не успеет ли сделать, чтобы и он благо мира предпочел любви к Богу. Зная же, что есть три вещи, около которых кружатся все человеческие желания и утехи, то есть яство, деньги и слава, которыми он всегда и ввергает людей в бездну погибели, этими тремя покушался он обольстить и Господа. Но Господь, явя свыше всего этого, грозно повелел: «Иди за мною, сатана». Это и есть признак любви к Богу. То есть, чтобы стоять выше тех вещей, и сатана, не могши склонить Христа и Иисуса Господа, приступить ее из-за того, что обещал, всячески покушался потом, когда выступил Господь для всенародного действования, довесть его до нарушения заповеди о любви к ближнему, действуя через беззаконных иудеев. Для сего, когда Господь учил путям жизни и делом показывал образец небесного жития, возвещал воскресение мертвых и верующим обещал жизнь вечную и Царство Небесное, а неверующим угрожал вечным мучением, в подтверждении же истины словес своих творил дивные божественные знамения, призывая народ к вере, он возбуждал беззаконных фарисеев и книжников к разным против него наветам, чтобы не стерпевши, как им чаялось искушений, подвигся он ненавистью к наветникам, и он, злокозненник, достиг бы таким образом своей цели, показав его нарушителем заповеди о любви к ближнему. Но Господь, яко Бог, зная его замыслы, не воспринимал ненависти к возбуждаемым от него фарисеям, ибо как это возможно, когда он естеством благ, а напротив, любовью к ним поражал его самого, возбудителя их, так как они, подвергаясь вражескому возбуждению, могли не принимать его. И если принимали, то потому что произвольно, по невниманию и беспечности склонялись на внушение возбудителя, то Господь вразумлял их, обличал, укорял, оплакивал и в то же время не переставал всячески им благодетельствовать, злословимый благодушно сносил, страдая терпел и показывал в отношении к ним всякие дела любви,
таким человеколюбием к возбуждаемым против него. Он поражал возбудителя. Дивная брань. Вместо ненависти показывает он любовь и благостью низвергает отца злобы. Претерпев от них столько зол, истинней же сказать, ради их до смерти, по-человечески подвязавшись за заповедь любви и одержав совершенную над дьяволом победу, воспринял он, наконец, ради нас венец воскресения, и таким образом новый Адам обновил ветхого. Вот что значит слово, изреченное божественным апостолом: «Сие да мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе» и прочее. Такова была цель у Господа, чтобы Отцу быть послушным даже до смерти, как человеку ради нас хранят заповедь любви, а дьявола поражать, страдая от него через возбуждаемых им книжников и фарисеев. Так свободно, давая будто над собой победу, победил он чаявшего победить его и исторг мир из его тиранства. Так Христос распят был от немощи, но сею немощью умертвил он смерть и упразднил имущего державу смерти. Так и Павел немоществовал сам в себе и хвалился в немощах, да вселится в него сила Христова. Изучив образ сей победы, святый Павел говорил, пиша к Ефесеям: «Не есть наша брань к крови и плоти, но к началам и ко властям и прочее». И тем, которые имеют брань с невидимыми врагами, заповедал взять броню правды, шлем упования, щит веры и меч духовный, да возмогут все стрелы лукавого разженные угасите. Делом же, показывая образ сей брани, говорил: «Ас убу так утеку, не яку безвестно, так уподвязаюся, не яку воздух бияй, но умерщвляю тело мое и порабощаю, да никак у иным проповедуя сам не ключим буду». И опять: «До нынешнего часа и алчим, и жаждем, и наготуем, и страждем». И еще: «В труде и подвиге, в бдениях множицею, в зиме и наготе». Такой же бранью воевал он и с демонами, возбуждающими похоти плотские, отгоняя их измождением своего тела. Показывай же нам самым делом образ победы над теми демонами, которые борют на ненависть, и для того нерадивейших воздвигают против благочестивых, чтобы, будучи ими искушаемы, они возненавидели их и тем приступили заповедь любви, говорил: «Укоряем и благословляем, гоним и терпим, хулим и утешаемся, як уже отребьем миру быхом, всем попрание доселе». Демоны для того внушали укорять, злословить и гнать апостола, чтобы подвигнуть его на ненависть к укоряющему, злословящему и гонящему, имея цель довести его до преступления заповеди о любви. А апостол, не ведая умышлений их, укоряющих благословлял, гонящих терпел, хулящих умолял отстать от возбуждающих на это демонов и присвоиться благому Богу. И сим образом брани демонов, научающих злу, поражал он всегда благим, побеждая злое, по подражанию Спасителю. Сим образом он и прочие апостолы весь мир отторгли от демонов и присвоили Богу, своим поражением побеждая тех, которые думали, что одержали победу. Итак, брат, если и ты будешь держать ту же цель, то возможешь и ты любить ненавидящих тебя. А если не будешь, то невозможешь, ибо иначе это невозможно. Брат сказал: «Поистине, отче, так есть, а не иначе. И для этого-то Господь поносимый, полонитом ударяемый и другим, подвергаясь страданиям от иудеев, все сносил. Об этих, как творящих по неведению и прельщенных сожалея, как на кресте говорил: «Отче, отпусти им, не ведят, почто творят». Над вселукавством же и прелестью дьявола и князей его, торжествуя на кресте победу, так когда же до смерти выдержал против них подвиг за заповедь любви, как сказал ты? Сию над ними победу он нам подарил, и, разрушив державу смерти, воскресение свое всему миру даровал живот. Но помолись обо мне, отче, чтобы я мог совершенно познать цель Господа и апостолов его,
и потом трезвиться во время искушений, не неразумевая умыслов дьявола и демонов его. Старец сказал ему на это: «Если будешь всегда иметь в мысли сказанное, то возможешь не неразумевать умышлений лукавого. Но когда уразумеешь, что как ты искушаем бываешь, так и брат твой искушается, то искушаемому брату прощай, а искушающему дьяволу, желающему ввести тебя в ненависть к брату искушаемому, противостой, не поддаваясь его козням». Это самое внушает и Иаков, брат Божий, когда говорит в послании: «Повинитесь Богу, противитесь же дьяволу, и бежит от вас». Итак, если, как сказано, будешь ты всегда содержать в трезвенной мысли изложенное выше, то возможешь познать цель Господа и апостолов его, и людей любить, сострадая им, когда они неправо действуют, а лукавым демонам всегда противоборствовать посредством любви. Если же мы с тобой будем распущены, беспечны, нерадивы и помысел свой предадим плотским удовольствиям, то не против демонов будем вести брань, а против себя и братьей. Демонам же угождать будем, ради их воюя с людьми». Брат сказал: «Так, отче, всегда от нерадения моего берут демоны случай против меня восставать, но прошу тебя, отче, скажи мне, как должен я стяжать трезвение?» Старец ответил: «Совершенное беспопечение земном и всегдашнее поучение в Божественном Писании приводит душу в страх Божий. Страх же Божий приводит трезвение. И тогда душа начинает видеть, как демоны воюют против ней посредством помыслов, и отражать их. О чем говорил и Давид: «И на враги моя воззре око мое». К такому противоборству демонам возбуждаю учеников своих, и верховный апостол Петр сказал: «Трезвитесь и бодрствуйте. Зане супостат ваш дьявол, яко лев рыкая ходит, и ски кого поглотите, ему же противитесь от тверды верою». И Господь сказал: «Бдите и молитесь, да не внидите в напасть». Также Экклезиаст говорит: «Аще дух владеющего найдет на те, место твоего не остави». Место же ума есть добродетель, ведение и страх Божий. Дивный, наконец, апостол, очень трезвенный и мужественно подвязавшийся, говорил: «Во плоти ходяще, не по плоти воинствуем. Оружие бо воинство нашего не плотское, но сильно Богом на разорение твердим. Помышление низлагающее и всякое возношение взымающееся на разум Божий и пленяющее всяк разум в послушании Христова и в готовности имуще отмстите всякое прислушание». Так если и ты будешь подражать святым и притрудно упразднишься от всего для Бога, то будешь трезвен. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится. Речет: «Господи, ве заступник мой еси, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчи и от слове семя тяжно, плечма своим осенит тебя и под крыле Его надеешься. Оружием обыдет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоей, а ты сящает младесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое. Не придет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохраните тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда преткнешь о камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея. Яко на мя упова и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое. Воззовет ко мне и услышу его, с ним есть в скорби, изму его и прославлю его. Долготою дней исполню его, явлю ему спасение мое. Воздвигу очи мои в горы, отнюдь же придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю.
не дашь во смятение ноги твоей, я ниже воздремлет, храня тебя. Все не воздремлет, ниже уснет, храня Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою. Во дни солнца не ожет тебе, ниже луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века. Господи Вседержителю, Слове Пребезначального Отца, Самосовершенный Божий Иисусе Христе, милосердие ради беспрекладного милости Твоей, я никак уже разлучаюсь от Твоих рабов, но призна в них почивая, не оставим я раба Твоего, Всесвятый Царю, но дашь мне недостойному радование спасения Твоего, и просвети мой ум светом познания Евангелия Твоего, душу мою любовью креста Твоего обяжи. Тело же мое Твоим бесстрастием украси, мысли умири, и нози мои сохрани от поползновения. И не погуби мя со беззакониями моими, благи Господи, но искуси мя, Боже, и вразуми сердце мое, испытай мя и уверь стези моя, и верь, аще путь беззакония во мне, и отврати от него, и настави мя на путь вечен. Ты бы еси путь и истина и живот, и Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятыми благим и животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Невесту, не невестную.